Ну что, всем привет, вы на канале Crypto Commons. И тема этого видео будет не очень популярная сейчас. Готовимся к коррекции конкретно. Готовимся к коррекции, которая уже вот-вот, вероятно, наступит. Мне видится самый очевидный сейчас сценарий, это что мы запампим куда-нибудь до вот средних значений этого восходящего коридора, скажем, в район 48 тысяч, и оттуда уже отвалим куда-нибудь ниже, вот сюда, к сетке EMA Ribbon. Например, 1036. Образно говоря, к примеру, опять же, гарантировано ли это после всего лишь одной недельной красной точки на сайфере? Нет, не гарантировано. Но статистически, если вы посмотрите, зачастую эти коррекции случаются. Как вот здесь и вот здесь. Правда, это было еще на флете, скажем, на разворотном рынке. А сейчас уже мы развернулись, сетка смотрит вверх, money flow зеленый. То есть, как бы все говорит за рост и за то, что мы еще не перегреты на недельке. И в принципе можем уйти вверх канала куда-нибудь 1055-57, а потом только вниз. Но гарантии этого тоже нету, ребята, а вероятности с каждой зеленой свечой все больше смещаются в сторону коррекции. Я не говорю сильного дампа, я говорю локальной коррекции. Но давайте посмотрим, скажем, куда биткоин может упасть. С помощью сервиса TRDR, ссылка на который в описании, мы видим стаканы со всех крупных спотовых бирж. И что мы здесь видим в стаканах? Мы видим явный перевес в сторону продавца. Явно недовес в сторону покупателя лимитного. Аж до 40 тысяч. Посмотрите здесь, вот до 39 с чем-то. 270 миллионов заявок. Столько же по 45,7. То есть о чем это нам говорит? Что лететь от 45 тысяч, в принципе, лететь вниз обратно на 40 или чуть ниже, гораздо легче, если кто-то придет по рынку и будет продавать, чем лететь наверх отсюда же. Потому что, чтобы лететь наверх отсюда же, нужно гораздо больше по рынку жахать и проскальзывать. Вы понимаете, да, что цену двигает тот, кто приходит и не хочет ждать, и жмет маркет. Тогда он сразу по всему стакану собирает заявки и рисует свечу. Лимитки эти, которые мы смотрим, они не двигают цену, они лишь только удерживают ее. Посмотрите, как было много здесь лимитного уровня внизу и много наверху. И как мы четко между этими уровнями отскакивали с вами. Что здесь, что вот здесь, кстати, в параллельном растущем канале. Так что TRDR, друзья, всем рекомендую, по ссылке из описания. $300 в год можно оплатить любой криптой, отбить за пару трейдов и радоваться, не нарадоваться. Потому что работает как часы, в 90% случаев все отрабатывает. Ну вот здесь был единственный сигнал, и то постояли, ушли ниже. Но остальные все четкие, как четкие. Вот, поэтому такая расклад, поэтому такая ситуация, что я думаю, мы можем легко сейчас, не знаю, дойти выше, не дойти, но в целом потом пойти ниже и сходить на ретест, опять же, вот этого покупателя. Потому что, да, сейчас может произойти чудо, и BlackRock зайдет одной кнопкой по маркету и свечу нарисует на 56. Но BlackRock же тоже не дурак. Такие ребята большие обычно любят закупаться лимитками. И именно они цену вот так вот и дампят в канале, чтобы закупаться по 40-500 хотя бы, а не по 45. Вот и все. Поэтому что можно сделать сейчас в этой ситуации? Еще раз, я не говорю, что сейчас точно будет коррекция, прямо сейчас. Я говорю, что надо к ней готовиться, потому что есть знаки тревожные, есть там и дивера на младших таймфреймах. И да, это может все еще лететь долго. Посмотрите, вот здесь мы могли найти тоже столько же знаков тревожных. Вот красная точка, и дивера там были. Но в итоге что? Была коррекция небольшая. Вот здесь. На 20%, кстати, ничего себе небольшая. И вот я об этом вам и говорю, что даже внутри такого роста, если сейчас случится коррекция на, да даже на 10%, ребята, от хая, на 10% коррекция, это нас унесет на 40 тысяч долларов. Я уверен, что многие не выдержат такой коррекции сейчас, маржинальщики, кто с плечом. А если мы увидим стандартную коррекцию на 20%, то это нас унесет вниз на 9 тысяч долларов. Ну, на 35 тысяч долларов с половиной. Что, кстати, будет вполне себе нормально, даже чуть пониже, у нас тут зеркальный уровень есть. То есть я ничего не говорю, я просто говорю, что биткоин статистически так делает. Он никогда не растет безоткатно. Вот у нас уровень сопротивления есть, 32 тысячи. То есть биток все еще может сходить туда. Остается вопрос только открытым. И он обязательно сходит на ретест своей сетки. Вопрос только остается открытым. Подрастет еще перед этим он или нет? Потому что, по идее, шорт-сквиз, конечно, нужен хороший. И альты, мы видим, что многие альты уже выстрелили на большие проценты.
Вон, Injective, Caspa, RNDR, VMX, что еще? AMX, Solana. По 3-2000% монеты дали, по 1000, по 500 за этот год. Но в основном остальные монеты, которые здесь валяются, Tron, BNB, XRP, XMR, Bitcoin Cash, Litecoin, XLM, все вот они, еще особо ничего не дали. Ну вот DOT уже пошел, HBAR, VIL. То есть уже мы видим, что альтсезон начинается. Если мы посмотрим в разрезе года на эту метрику, то мы видим, что мы провели в бит-сезоне больше года, как и здесь. И похоже, что вот мы первые попытки пробиться из него. То есть здесь, когда такая попытка была, у нас был потом еще откат в сторону биткоина. Но потом начался альтсезон, и иксы там по 100 иксов выдавали монеты. То есть сейчас, не знаю, будет откат, не откат, но в долгу это нам говорит о том, что ребята, точно готовьтесь к альтсезону. Многие монеты дадут по 40, по 80, по 200 иксов к биткоину. Поэтому да, давайте посмотрим альткоины еще, и я скажу, что можно сделать, как приготовиться к коррекции. Ну, конечно же, в первую очередь нужно сокращать позиции, что я и делаю на наших любимых биржах Bybit, MEXSI и остальных. Я захожу, перезахожу, вот у меня, видите, тут много стрелочек. Я в основном скальпил, прям по графику ловил. Polkadot — очень хороший трейд получился, всем респект, кто со мной его взял. Заработал уже 25 тысяч долларов на нем по курсу в полькодотах, 2800 монет, 2900 почти. И вот прям четко вот здесь вышел, тут добирал, здесь вышел, и вот часть стою, еще частью. Думаю, надо потихоньку разгружать все равно, потому что тренд is your friend, конечно, но будут коррекции, и прибыль уже тоже очень хорошая. Поэтому я что делаю, я потихонечку сбрасываю балласт на случай, если кольнет. То есть, как я делаю? Я полностью лонги закрывать не хочу. Я их сбрасываю большую часть, оставляю безобидный какой-то, безобидный объем, чтобы меня не ликвиднуло, чтобы можно было поставить стоп. Лучше всего подтягивать стопы. Да, я вот сейчас их убрал, потому что новые заявки делал. Я случайно закрыл тут половину лонгов, пришлось заново открывать. Вот, так что да. Короче, близкие стопы или ручные, если вы видите, что все разворачивается прям сильно и переписывает лоу, то есть смотрите, если мы сейчас здесь перепишем вот этот вот лоу в 43 450, а потом в 43 300, ну, грубо говоря, это будет повышать все шансы того, что мы идем вниз на ретест этого канала 1000 к 40. Соответственно, такое на споте для инвесторов вообще не должно их коробить, можно докупить будет по 40 чуть-чуть. А вот для трейдеров, кто торгует с плечом на наших любимых биржах по ссылкам из описания, Bybit, MEXSI, все остальные, я считаю, важная информация, то, что я говорю. Нужно не забыть разгрузиться. Вы можете, конечно, пробовать открывать хеджевые шорты по монетам, которые улетели уже в космос, но очень осторожно. Я вот на Solana смотрел, хотел открыть хеджевый шорт вчера, кстати, вот здесь, на хай. Но не факт, что это еще хай. Но тем не менее, Solana улетела с $10 на 100 или со скольки там, и не собирается останавливаться, 112. Где-то скоро ее будет надо шортить, если вы хотите активно поймать эту волатильность. Ну, допустим, сделает она еще перехай на 150 куда-нибудь там, чтобы ликвиднуть там всех. Вот там я, грубо говоря, был уже полностью бы ее шортил. Но помните, что экспоненту мы недооценим, там где 150, там и 200 может быть. Но вот эту всю зону, короче, по Solana я бы рассматривал как набор шорта. Потому что если она улетит сейчас вот так, то она по-любому потом развернется и закроет хотя бы вот это. И мы выйдем с вами в плюс тут. Так что я буду шортить Solana, а VAX, возможно, буду шортить. Буду вас держать об этом в курсе у нас в телеграмчике обязательно. Поэтому проверьте, подписаны ли вы на него. Но не подумайте меня неправильно, я не призываю раньше времени шортить крипторынок. Сейчас эти ракеты только начинаются. Моя стратегия какая? Я остаюсь в альткоинах, которые еще сильно не улетели. Это Ripple, который стоит в боковике восходящим. Это Dash, который, кстати, вон пошел уже шевелиться тоже. Я в него захожу, перезахожу, потому что вышел недавно. Перезашел вот тут по 33. Вот, и я думаю, что эти монеты дадут иксы очень хорошие. Litecoin в том числе. Litecoin тоже стоит, консолидируется, но обратите внимание, он стоит в восходящем боковике и подбирается к своему уровню сопротивления, $73. Давайте попробуем лайткоину дать полететь уже спокойно как-то. И окажемся с вами в этой ракете. Потому что лететь ему там есть куда. Лететь ему определенно есть куда из этого накопительного канала. Как минимум куда-то на трехзначные числа. Поэтому я оставляю лайткоин, Ripple, эфир классик, Dash,
ману и прикрываю биток и эфиры, потому что биток и эфиры уже где-то находится на распутье. Я думаю, что даже если он поднимется выше, то потом упадет чуть ниже. И сейчас все дело в альтах. Перекладываемся в альты по вот этой схеме. Перекладываемся в альты вот здесь, чтобы выйти вот здесь. Вот, пишите в комментариях, какие альты еще посмотреть, что там стреляло, что в тренде. Авакс тоже, я за ним слежу. Хотел тоже его шортануть, но пока рановато. Авакс Солана, по моему мнению, будет отличный хеджевый шорт, что они реально закроют часть своего роста просто одной палкой в какой-то момент. Сейчас же налипнут все эти маржинальщики. И будет маза просто заработать на вот такой свече, а потом выйти из нее. Можно даже в лонг докупиться. Вот, так что да, смотрим перспективную альту. Аудио улетело тоже вчера неплохо. Я его там поскальпил, попродавал, потому что PNL хороший был. Ну хотя как, $1700. Ну вообще надо стоять, конечно, еще. Я буду сейчас догружаться. Жду микропросадку по аудио. Какую-нибудь он даст. И я буду заходить, потому что хороший проект Audius. Рабочий, приличный. Трон. Трон, хочу обратить ваше внимание, тоже ведет себя достаточно побычи. Если мы отдаляемся, мы видим, что трон находится в аптренде. В конкретном аптренде. И похоже, что это параболическое ускорение, друзья. Вот, поэтому трон выглядит, ну, изумительно, я бы сказал. Трон смотрит в лонг. Это замечательно. Вот, но что еще делать, когда вы закрываете сделки, у вас же появляется средство, да, у вас появляется инверс, у вас появляется тезер. В чем сидеть? Пересиживать просадку. Я лично рекомендую просадку пересиживать в PAX G. Я так и сделал вчера. Я пошел, там, правда, спред большой, но, как всегда, с золотом. Я пошел на спот, вывел 2000 тезера с чем-то и поменял их на один PAX G. Поменял их на один PAX G, потому что это золото, ребята. Вот это настоящий стейбл. Кстати, можно сейчас так же сделать. Его можно как обеспечение держать, по-моему, в своих торгах. Вот у меня есть 2000, выведенные из профита. Покупаю еще одно золото. Вот. Спред большой, не удивляйтесь. Вон, на $10 там вас поимеют, если с двушки. Но это золото, что? Все, теперь у меня токенизированное золото. Это самый настоящий актив лично для меня, самый настоящий стейблкоин, золото, ну никак не USDT. Вот, а потом, соответственно, обратно за это золото откупаем более подешевевший биткоин, эфир, если дадут, и альткоины по приемлемым ценам. Вот, напоминаю, что я также торгую на бирже MEXC, торгую Atom и XLM в лонг, но тоже активно торгую. Вот у меня тут, видите, сколько входов-выходов, и XLM сейчас вот вышел в небольшой минус, без убытки. Но в целом плюс хороший за это время. И думаю я, что будет он расти, Stellar'чик. Как и Ripple, будут они расти. Потому что почему бы и нет. Вот, так что инверсные контракты помогают зарабатывать в самих монетах, а не в USDT. Очень удобно, кладете сюда прям Stellar или Atom. По ссылке из описания зарегистрируйтесь на бирже MEXC. И торгуете инверсом. Вот этими всеми монетами. Ну или вот этими всеми монетами, в принципе, на USDT. Вот, что там сегодня улетело. Ну вон, 147% дала монета Mover. Вот, в теории присматривайтесь к шортовому заходному. Я не говорю сейчас прям котлетьте, потому что вас вынесет по стопу. Но такое обычно не проходит даром. Такое сдувается хоть куда-то. Понимаете? Такое сдувается хоть сюда, как хотя бы. Перед продолжением чего-то. Так что не финансовый совет, Mover смотрится в шорт. Но учтите тоже, если бычий рынок будет бычий, он будет супер более беспощадный. Ему будет просто насрать на все, что я говорил, на перегретости и так далее. Вот, то есть еще раз повторяю, на недельном таймфрейме у нас никакой перегретости нету. Все только выходит в бычью зону, мы можем еще расти и расти. Но локально мы видим, что у нас тут пусто, до 40 тысяч вообще вон нет заявок. А с 45 вон сколько плотных. Плюс мы пробили, смотрите, у нас тут был на часовике по Candle Wave, у нас был тренд покупок, вот такой вот, повышающийся, да, и мы его пробили, смотрите.
И тренд продаж у нас никуда не делся. Вот он. Сейчас потенциально, если будет продажа, то покупки уже провалились вот эти по трендовую. Так что здесь наблюдается сила продавца все-таки. Да и это логично, это ничего такого. Это не значит коррекции прям огромные медвежьи рынки. Но сквизы на 20-30% очень вполне. Например, если биткоин улетит сейчас на полтинник, то ему, конечно, надо будет падать на 30% потом, чтобы откорректироваться куда-нибудь на 35% хотя бы. Ну так, по-серьезски, раскачать волатильность, понимаете? А потом дальше наверх. Поэтому вот к этому повороту мы должны быть готовы с вами перевернуться в шорты со стопами, либо просто выйти из лонгов. Можно хеджевые шорты. Я буду хеджевые шорты открывать по Солане, вот по этой всей ерунде. Аккуратненько. Все будут смеяться, я буду сначала в минусе, а потом в плюсе. Как обычно. Ладно, друзья, это был короткий выпуск. Да, мемпул битка все еще забит относительно. Комиссии за транзакции дороже раз в 10, чем обычно. Это и хорошо, и плохо. Это значит, что сеть растет в целом. И это все из-за NFT-шек, конечно, на биткоине. Но в целом сеть растет. И нас ждет с вами что-нибудь вот такое. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Что мы все еще ниже предыдущего all-time high, который покажется нам писюлькой. Что еще? Хешрейт биткоина бьет новый all-time high. 510, я не знаю, квадриллиардов этих терахэш в секунду. Экзахэш. Поэтому, что тут скажешь? Это вот это самый бычий график, ребята. Это показывает надежность и охват работы сети. Этот график напоминает экспоненту принятия интернета, только еще быстрее. И реально, раньше говорили про имейлы, что это сложно. А в итоге сейчас люди без смартфона не представляют, как им жить. Так что крипта точно так же придет в нашу жизнь. Вон мы уже видим, как счастливые дети в разных странах платят за мороженое. Сейчас не найду, наверное. О, Каста, он пишет, что у них возвраты на депозиты стали 112%, кто стейкает приложение. Короче, Каста тоже на самом деле разорвет, ребята. Чуваки работают. И там график еще не улетел даже близко. Там график только-только на старте, ребят. И мой вам вот реальный дисклеймер. Не финансовый совет, но от души пожелание. Купите Касты. Хоть немного, хоть на $100. А лучше на 1000. На бирже Bybit, на бирже MEXC, на бирже Gate. Везде есть Каста. Именно Каста. Не па, а Каста. Это хороший проект. И Карл вчера писал в Твиттере, что не продал ни одного токена. Так что не слушайте хейтеров, слушайте свое сердце. Если оно вам подсказывает, то купите немного Каста. Есть вариант, что это улетит на X1000. Ну, X100 минимум. Вот так вот. Так что, да, такие вот дела сегодня. С вами был Грини, это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, ставите стопы обязательно и тейки ставьте, потому что может снести к едреням. Я вот сейчас тоже буду ставить. Ставьте лимитки на шорты хеджевые, если хотите зашортить Солану, сейчас не шортите, поставьте продать по 140 один контракт, или по 130, вот так, по чуть-чуть. А, это market price. Вот, сколько я могу всего продать Солану со своей маржой? 76. Ну вот и продать, там не знаю, 3 Соланы по 130, если она туда добьет, с ликвидацией в $1000. 3 Соланы по 140... 6, шортануть. Ну и как-то так. Вот. Видите? Если она туда улетит, пускай продается. Я вообще не против буду. По 158 еще 4 монеты продам. Все. И вот теперь, если Солана вот туда слетает палкой, то у меня наберется шорт на 10 монет. И он с высокой долей вероятности закроется практически сразу же. Но это моя стратегия, не знаю, какая у вас. В любом случае, мы учимся друг у друга чему-то, что-то смотрим, как не надо делать, как надо делать. Вот. Я стараюсь вам показывать все, как делаю я. Сделки сокращаю, ставлю близко стопы, жду финальный прострел наверх и перезагружаюсь в шорт или хотя бы в take profit. Мы приходим к сильной зоне сопротивления, в стакане пусто. До 40 тысяч, до 39 можно лететь со свистом. Так что я вас предупредил об этом, будьте осторожны. А альты многие очень хорошо выглядят, поэтому, как я уже сказал, альты наоборот в долгую добираем. Тем более биток уже выдал хороший рост, а альты пока многие еще нет. Так что, такие сегодня мысли. Всем профитроли и до следующего видео, пока. Shame. 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 Shame.
I have put up the bit signal. Bitcoin, $1 million in the next 90 days. God. Who's in your truck, sir? Cassie is in my car. Can I do my drug? Cassie's girl had an affair with him. He's involved in the situation on the inside. My wife knows. Oh, and his family. Welcome to our home.